ваши священнослужительские дела, должен сказать, что рясы вам чрезвычайно к лицу. Пощадите, я ни в чем не виновата. Я все правильно делаю. Умничка. Хорошо, что вы пришли. Надо найти остальных.
Я вам уже тысячу раз говорила. Мы не демоны и не имеем к ним никакого отношения. Здесь учатся дети. Вы не желаете видеть правду, а лишь все эти ненависти. А что, сразу нельзя было? Войти и раскидать всех. Черней занимались какой-то, блядь. Разобрали. Авеста не ищет прошлышей Агрии. Мы только хотим забрать детей, похищать. Если тебе нужны виновные винилы, это я. Ваша вера. За все, что делает Авеста, несет ответственность ее грандмастер. Изучение разломов. Я, юстициар Федерико, посланник архиепископа Фейтоне, именем Священной Империи Шакрии приказываю взять грандмастера Сайку под стражу и заключить в крепости. Сайка? Я принимаю твои условия. Командование переходит к Альдору. Приказываю Авесте вернуться.